Уважаемые братья и сестры, что касается ситуации с акцией публичного сожжения Корана, то это не первый случай такого отношения к Корану в странах Запада. И таким образом эти люди пытаются спровоцировать мусульман на ответную реакцию или породить волну насилия. Муфтия Дагестана порицает, осуждает подобные действия. И хочу отметить, что такие провокации не имеют никакого отношения к свободе слова, свободе совести. То, что они сжигают бумагу, но они не смогут стереть слово Всевышнего с сердец миллионов мусульман, которые знают Коран наизусть. Эта акция подготовлена для того, чтобы расколоть общество, поднять антиисламские настроения, спровоцировать ответные действия. И такие действия, подобные действия являются показателем трусости перед исламом. И поэтому муфтия Дагестана призывает мусульман не поддаваться на подобные провокации, а лучшим ответом на эти выходки станет усердное изучение священного Корана, нашей религии, чтобы показать ее красоту и величие. Пусть Всевышний Аллах сделает этот прекрасный маджлис причиной для того, чтобы мы еще больше изучали священную книгу, Коран, изучали нашу религию, вели себя достойно. И пусть объединит всех нас вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, в раю Джаннатуль Фирдаус. Аминь.